管他呢，刚刚给他吃。你拍着他的特写。Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Да, именно так, друзья, бывает не на что откупить просадку, и тут начинается как раз то, что мы любим. Начинается движение по монетам, которые я держу, и это очень приятно. Dash плюс 4%, Audio плюс 6,5% показывает. Смотрите, какой импульс. То-то я смотрю на Femex, кросс-портфель подрос, потому что там у меня много Dash и Audio. Также, кстати, докупил туда еще Solana, хоть я ненавижу этот проект AVAX, и Linka. Напоминаю, что на Femex, кстати, по нашей ссылке из описания, 0% в кросс-марджине заимствования плеча в любой монете. Вот, так что шарчу здесь также BNB, 40 монет уже продал и на них накупил другие альты. Шарчу BNB к этим альтам, что уникально. Но сейчас, конечно же, самое важное, друзья, это то, что происходит на Bybit. На Bybit уже меньше, чем через сутки, через 13 часов, начинается WSOT, крупнейшее соревнование по трейдингу с призовым фондом 8 миллионов USDT. И в нашей команде уже 202 участника, так что, ребят, добавляйтесь по ссылке из описания, если вы еще не добавились. Вот, я лично что, я сейчас, короче, скальплю, на самом деле. И в краткосроке жду скорее отстрел наверх, поэтому держу лонг позиции. Но давайте также не будем забывать, что нужно отдаляться и посмотрим на биткоин на недельном таймфрейме. Биткоин сейчас находится на очень сильном уровне. Посмотрите, вот эта зеленая линия, это плюс-минус 30 тысяч, 29 тысяч. Здесь было очень много поддержки вот здесь, вот здесь. Вот здесь. И также здесь было сопротивление вот здесь, которое мы не могли пробить, потом пробили. И сейчас потенциально ретестим его как поддержку. Ребята, статистически, если мы сейчас его удержим, то вы сами знаете, что это to the moon. Может быть, не такой быстрый, но это в любом случае лонг. Вот. Другой вопрос, что мы можем не удержать этот уровень и уйти на ретест какого-нибудь двойного дна сейчас. И как вы можете видеть, у меня здесь были и продажи, и покупки на этом уровне. Продажи — это было, соответственно, то, что мы открывали раньше с вами. Еще по ниже 20 тысяч, по 20, по 25 и так далее. Покупки – это то, что я сейчас начинаю откупать, то, что я скальплю. Если мы сейчас не удержим этот уровень, я, конечно же, закрою этот лонг. Закрою его в убыток и буду ждать цен ниже, куда-нибудь хотя бы там на 27 тысяч или на 26 с чем-то, чтобы мы удержали в долгую вот эту трендовую. Но пока я просто вам хотел напомнить о том, что это действительно сильный уровень. И о том, что турнир WSOT начинается уже завтра, ребята. Учитывайте риски, потому что PNL начнет считаться уже завтра. То есть даже если вы находитесь сейчас в плюсовой сделке, но в моменте она как бы пойдет коррекция не в вашу сторону, то ваш PNL будет показывать как минусовой. Это важно. Вот. Опять же, вернувшись к разговору о том, будет ли Барт Симпсон, это будет увидено очень скоро. Пока мы все еще стоим, держим вот этот уровень, где было много, опять же, и покупок, и продаж. Сползаем. Кто-то писал, что у нас на дневке бычий флаг на битке. Давайте посмотрим это. Ну, ребята, здесь что считать бычьим флагом-то? Давайте так. Вот это, где уже как бы мы достаточно сильно сползли. Здесь можно согласиться, что мы уже и пробились ниже флага и оттестили его как сопротивление. Или бычьим флагом считать все вот это. Например, ну так, мне кажется, неправильно делать. Так, да, так нельзя точно делать. Тем не менее, не очень здесь похоже на бычий флаг. Здесь мы видим другую фигню, что глобально вот у нас был тренд снижающийся, да, и вот мы вроде как развернулись и начался тренд повышающийся. Плюс, опять же, money flow, смотрите, индекс потока денег с запозданием, но выходит в зеленую зону, как мы с вами видим, что свидетельствует о долгосрочной смене тренда, ребята. Поэтому тут надо держать, конечно, в приоритете лонг в голове. Опять же, посмотрите, как другие рынки себя чувствуют. Просто в сравнении с биткоином. Тот же S&P 500 уверенно прет наверх, как и NASDAQ. А NVIDIA уже просто штурмует новый all-time high. Поэтому, друзья, тут с этой точки зрения биткоин нужно очень агрессивно покупать прямо сейчас. Вот и все, что я вам хотел сказать в этом видео. Но помните о том, что в долгую покупки ходл – это одно. А если вы торгуете, если вы торгуете с нами, особенно в соревновании, ни в коем случае не уходите в азарт, не ловите тилт, потому что это другое. Вы не можете предугадать, что произойдет с биткоином внутри дня. Это сложнее на самом деле. Тем более там через ближайшие там минуты или секунды. Это просто шум. Поэтому здесь хеджируйте риски, друзья мои. Всем профитролей. Добавляйтесь к нам в Телеграм. Спасибо, что подписываетесь к нам на канал. Кстати, у нас очень много новых подписчиков. Просто памп какой-то нереальный. И каждый, кто это делает и пишет комментарий под любым видео, автоматически участвует в розыгрыше, который мы проведем, как только пробьем 100 тысяч. Всем респект. По аудио тоже, на самом деле, хороший потенциал.
Есть хороший потенциал по монете. Присмотритесь к аудио. Да сейчас, в принципе, любой щиткоин, слушайте, чуваки, альткоин, сезон только начинается. Поэтому любой щиткоин, я думаю, будет давать к битку и к доллару тем более. Линк просили посмотреть еще в комментариях. Линк, да как и большинство монет, друзья мои, тоже надо просто покупать. Посмотрите, как он низко валяется. Он неплохой импульс давал. Здесь были объемы недавно, вот, обратите внимание. На хороших объемах мы по линку поднялись с вами на 82%. И в локальной ситуации он уже хорошо откорректировался, плюс-минус до золотого кармана. Так что я думаю, что линк тоже хорошо себя покажет. Может, конечно, опуститься чуть ниже на 0.78 фибу, 6,5 долларов, и потрогать еще раз вот это сопротивление, где он долго стоял. И я думаю, что там его нужно как раз плюс-минус подбирать уж точно, потому что линк на самом деле хороший проект, на мой взгляд. А, ну и Dash-то хотя бы давайте глянем поподробнее, потому что скажут, Грини, ты офигел, всех засадил. А сам вон, я тут, видите, и покупал, и продавал, но это мои трейды. Ходл позицию-то я, конечно же, не продавал, а только докупал. Dash на самом деле выглядит очень интересным, потому что он переписал все возможные лои и потенциал роста просто даже в рамках коррекции, ребята. Просто в рамках коррекции, даже вот к этому движению. Золотой карман – это 97 долларов. А если уж мы говорим о вот этом даунтренде, то это 150-160 долларов. Почему бы не отстрельнуть ему туда для начала? Понятно, что есть многие, кто купил его дороже на споте, но эта информация не для тех. Хотя, опять же, если вы хотите попробовать себя в трейдинге, вы можете легко даже на споте усреднить свою позицию сейчас, если вы верите в проект Dash. А на трейдинге так тем более, вон тут люди просто мульти-иксы делают. Но также и сливают легко, поэтому все ссылки в описании, все риски на себя, дисклеймер, не финансовый совет. И до следующей встречи, пока.